просто вижу, у меня портала нет, я не могу зайти ни туда. Что за фигня? Смотрю, а там написано You already цитадель на корону. Там этот, слышишь, вы слова, там кукмастер ЕП просит, чтобы ему хотя бы 300 часов там дали. Вроде нет. А мы вторым статиком целка пойдем? Обучку. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Почему он сбил? Или мы закрыли? А, мы же закрыли. Он не вреден. Нет, не, да. Ваш не вреден, он не был, да, его нету в списке на ЕП. Он хотя бы 300 просит. А можешь ступать и полностью брать? В сове или в вардру? Или в мишку? В вардру или в сову. Выйдите один кто-нибудь на сумму. Лока нету, блядь, я стою возле шкафа. А, я иду, иду. Все, я уже на выходе, успокойся. Блядь. Ну да. Хорошо. Это, Holy Drink, я уже как бы босса бью там. Заклятого стража. Эволов, я так думаю, все, да? А Продекс, кашечку дашь, пожалуйста, или ты с Аейком обмазываться будешь? А Равис, ну, что, зайдет? Ничего не говорю. Так вон, он на ханте, потеряшка же. А, ёп. Потеряшка же. Лёх, забери с меня этих всех мобов. Ой, я. Нормально, сейчас вот этот. Он сказал, что ноут перезапустит. Вы что, рофлите сейчас? Я без понятия. Все, всех присуманили. Кто сейчас есть в рейде? Ну, какой-то еблан. Срывать не надо. Это не срывать. Это по одной пачке надо агрить, а не сразу толпу. Так, Эволов, долетишь. Пока ты их вел, они закастили. Он в цитадели. Дай-ка, получается, успел две часа. Блять, это какой-то пиздец. Там происходит. Гоша, ты в танке, да? Ну, я не так сделал. Да-да, ходите их на сеть. Я вообще молчал. Мне не было в пятой пати. Я уже смирился. А что ты слышишь, в этот раз, блядь, ДПС пиздец было, охуеть, сколько на БСке. Это потому что правильно распределили силы хилов. Натуре. А это потому что вы Валеру поставили с хилами, потому что у него чарка на травле, которая дает ману. Темп там 9000 маны, а вот... Вот эта чарка на травме дала 13. Вот если бы у двух хилов была бы, то она бы дала бы 26, а у трех было бы уже 38. Глеб, все что, что угодно, только не нахипало, да? Ну, блять. Да, еще бы на ДЦ эту чарку вообще. Ну зачем? Кто побежал, блять? Да я заберу его. Ну сроков нет.
Бегу. Меня святым духом убил. Леха, подведите трэш от большого. А их, блядь, бьют. Кое-как. Я стандал. Сагрить пытаюсь. БС-ку на новом КД. Чё, вверх пойдем? Было бы заебись, потому что там щит мой лежит. Да не лежит. Заебешь по своим щитом нахуй. Ну а чё, блядь? Кольца хватит тебе. У меня лянь какая хуйня вот эта, да вообще кринги, блядь. Не. Костя, дай мне текст голды, развернись, пожалуйста. Где там? Ну да, хуйня. Сейчас тебе с ребра упадет, отдадим. Костя, можно мне тоже приставить? Только не с того ребра. Мне тебе на эти щиты как-то не везет вообще. С Наригорна баклер не падает. Блять, возьми посох и не еби себе мозги, вот и все. Ну у меня есть один посох, вот такой вот лежит. Не белунг, он берешь 77-й, блядь, с Геры нахуй, и носишь, его он будет лучше. Ну не белунг, пизда, да. Ну пока да. Завтра добьем, да, и надо вайши идти, пиздеч. Какой камень меткость дает? Я же говорю, я буду слава не в субботу, я же тебе говорил, а в воскресенье. Я понял. Не, я ж тебе, чтоб ты рассчитывал. А продакт, сколько тебе осталось осколков? Да там понятно, что это будет все видно по онлайну. Давай, одна минута готовности и пол. Или я даже меньше. Я слышу, так это плохо, когда все, то это нормально. То это хорошо. Не, наоборот, там немножко. Чё, я туда... А, ну у нас есть ханты и поводят лужи. Там самую малость наоборот. Пристобав. Да, пристобав дайте. И дайте по Вите эту каску, блин. Поехали, хули. А подожди 5 секунд. Мордаун, ты что танчишь? 5 секунд. Делает вид. Ты куда, блядь, свою бдилку повесил, ты падла? Лежать, если лежать. 5, 4, 3, 2, 1. Белл. А, ты танк тоже. Bone Spike Cast. Три хила на шипах. Bone Storm cast. Я шел там. Да, можно. Можно. Нет. В гайдах так написано, просто очень.
Гайды для танков? Да, ты ДДшишь? ДДш там, а? Возмущается еще. Ладно, хорошо. Да я не за тебя. Дали в коем-то веке ему по ДДшить, еще его возмущается что-то. Да. Нет жалости. Все ДДшники хуе сосы. Ну ты тогда получается в том числе. Я потому и говорю. Я знаю, о чем говорю. Ну. А все, у кого есть Воломир, моча получается? Эти вообще не люди. Не люди. Не люди. Я считаю, те все хилы, у которых нет успешных чар, вот они моча. Потому что да, давай, если понимаешь, он ДЦ в смысле. Просаживаются по мане, а потом ноют. Говорят, бля, там... Дайте иннер, да? Да, дайте иннер. Так, а подождите, а как так? Бидон вроде с Воланиром, а все равно просаживал. Ну, его получается, нету. Получается, Воланир моча, я собираю? Не, у него сил заклинания, у него нет всплеска чара. Не может маны на регене, потому что ему нечем. По-моему, у него есть всплеск чара. Не, у него там сила заклинания 4 уровня. Это вот только у других инвалидов у меня. Ну, мы потому что это, умные. Ну, потому что он тебя любит. Ну ты же на шипе катаешься, Да чтоб ты сильно не дамажил просто. Чтоб сильно не выебывался. Смотри, осколок сейчас падает. Отвечаю. Ага. Щит падает. Бля, буду. Наебал. Да видишь, щит даже здесь не падает. О, боешка, кстати. Боешка, да. Сюда давай ее нахуй. Нахуй не надо. Так, подожди, а что, мы квест будем делать? Да, давайте. Равник отведешь, да? Нет. Как вот мы нет? Вдвоем с Валерой... Там магазинов куча полная. За 3 минуты. Да. Нахуй ты мне их закинул. Ну обмен тебе сейчас скинут, отдашь. Говорят, Лингрену закинут. Лингрен танк, во второй пати нахуй сделайте с этим что-то. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью. А почему, кстати, так он тоже в танке? А почему, кстати, в БС-ке только кольцо по ЕПГП, а все по кону? Что бегают мобы? Потому что оно бисовое, блядь, нету аналогов. Потому что сагрил, блин. Он. Еще вопросы будут? Не, все, мне это просто было интересно. Ну так в РС-ке же такое кольцо точно есть. В РС-ке нету такого кольца. На кораблях такое кольцо. Значит, оно не бисовое, а параша. Она бисовая тем, что она двухсокетная, мордан. А в РС-ке по факту такое же кольцо, только там статы уже записаны. И нет, а нету крит скорости такого кольца? Нет, мы его нашли. Этим кольцом ты можешь подбивать статы очень охуенно. Там О, боешка, Слава. Ты понимаешь, там... Это кольцо дает 200. Помощник прибежал, мили. Не, ну я заебись, я туда полироль красную вставил, оранжевую ебашу. Хорош. Поменяй равника с Лингреном, не станешь. Авелания. Дайте ему голос. Подключали. Там рейд чё? Чё? Ты ж там в БС-ке что-то блядь. Леба, отведи. Чё? Дарнована в сторону отведёшь и дашь ему покаяние. Окей.
Я шипну его там. Маги сидят друг друга, МК кидают, а бедным элемам не могут кинуть, понятно. И сиди со своим кольцом там, блядь. Элф, отойди из рейда. Ну сижу и что? С кольцом без МК. Кто-то с меткой в рейде стоит, очень классно. Не, ну я с этим кольцом, в принципе, наконец-то хаб-хосты себе добил. Ну, короче. По 50 гп ему накидывай, как он про кольцо начинает говорить. Точно. А чё, блядь, а чё молчать-то, блядь, надо что-то... Раз такое охуенное, надо подороже его давать. Отмените здесь. Кстати, да. Кстати, да. Осуждаю. Шоколадно, да? Я спецом убить Дарнована, посмотрим, кто с гильдии или нет. Но он и не против. Че, я в сове? Нет, я не в курсе. Ну да, я, кстати, посмотрел видос. Где Дарнована, да? Убрал несколько. Че, из Дарнована ливнули? Да? Ясно. Матом руха. Ну да, ты там очень обходительно так обошелся. Ясно. Пиздец, из-за квеста ливать. Ну... Ясно, быдло ебаное, матом ругается, блядь. Ну что за девочка, что за девочка? Да ничего, просто сова, ебать, какая. Вау. А ты помнишь, я тебе говорил, когда ты начнешь их хуесосить, леди упадет быстро. Костя, Костя. Смотри свои бафы, дебафы. Что, может, мы начнем? Нету там дилки. А теперь посмотри повнимательней. Да там, блядь, столько всего, нахуй. Не знаю, а у тебя есть, падла. Кек, да? Вы с Лёхой там трэш ловите? Я на боссе посижу. Трэш равно похуй. Дарнована. Дурнована, отведите в сторону. Пиздец, Гоша. Чтоб ты так свой член, блядь, держал, вот отвечаю. Как ты трэш держишь. Все срывают нахуй. Вы Дарнована отведите, блядь. Забираю, забираю. Хорош. Да не шипуй ты его, ну дай ты мне его забрать. Блядь, я... Сейчас он вот сюда встанет и шипнет. Подожди. Зачем можно? Ты только запомни его там цель. Я в отражение уебал на 30 тысяч себе. Лох! А чё бы справа... Фанатиков слева. Это судьба. Чё? Блядь. Куда? Трэш слева сыграй. Дарнована только не убить. Дарнован там шипнутый бегает. На лестнице. Вы просто шипали голоды и всё. Нихуя. Друид инвалид, лестни. Приверженец в центре комнаты. Вон, воскрешён его, фанатика, фанатика. Разбафайте там. Ну или убейте двух приверженцев. Или компоху. Кристаллический приятный. Взорвётся один, оп. Никто даже не подумал побежать. Дарнована, почекайте, что там у него. Да он там овечка бегает. Если он бегает, держит его. Да, его там шипуют, ну пока да. Ну у меня фокус, я вижу. Бидона за контроль. Последует.
Милики, сейчас щит упадет, съебитесь от босса, а? Если полбоса не получит. Там дал ему. Эш, зайдите сразу. Что, мы дух хлопаем? Конечно. Как же везет? Это Сащик у нас, сука, там. Приезжай, Винничка, приезжай. А стоп, а в защеку и в рот это, блядь, отличается, типа? Да, отличается. Ебать. У меня щеки до пола висят. Гоша в этом специалист. Да, Гоша прошаренный. Гоша как хомяк, он просто хранить будет. За щекой. За щеканец, блядь. Мариновать будет. Чисто карать. О, нормально вы разъебываете. По красоте чисто. Пока дети не вырастут оттуда. О, дети! Хотя, где кто-то детей? Закрой ебало, блядь, я тебя палю нахуй, меня забанят, блядь. Кто там тебя забанят? Страйк нахуй прилетели за тебя, додика, блядь. Дартис, 20к по мне. Ну я запомнил тебя, блядь. Хорошо, Глеб, наглядывайся. Отведите Дарнована наверх. Нет, ты вот всего лишь 2 косаря по мне лыжей хуйнул. Да, блядь, не успел. А вот у Дартиса, видимо, крылья были. Да? Я с ним побортаю. Это ты же с Дарноманом, так сказать, да? Разъебанно. Бля, разъебите там рарника. Чё это он? Погоди. Выпендривается там. Чё, ему шипом дать, да? Не хотел ему шипом дать. Чё-то он убежал от меня. Испугался, короче. Куда вы к Дарновану? Вы к Дарновану подвели. Дарнована заберите и шипните. Я, конечно, понимаю, что вы решили под пиво сыграть СЛК, блять, но давайте нахуй без хуйни. Я забрал дети, а чё, пиво раздавали, да? Ну да, там, да, видимо, да. Не... там, видимо, на входе не только пиво раздавали, там, видимо, что-то еще было. Вот у меня там рыбка лежит. Нет, не надо, не бейте, блядь, пожалуйста, суки. Просто суки. Смотри-ка, и кольцо даже не помогло. Как растворился нахуй просто, блядь. Просто тарелка мягко так вошла. Мягко тарелка вошла? Ноги забирай, призм, да-да-да. Чё, сколок выпал? Рулем он. А можно, пожалуйста, резнуть? Там, ну, падлу. Блять, встань, портал, зайди, все. Да в падлу бежать где-то вот. Камень ночи, нахуй, я понял. Я понял, от Д. Смотрите, сейчас багруха мне выпадет. Хуюха. Про, а ладно, ноги чё, где? Сколько не было? Нет. Ого. И чё там, кто Лёха там убивает? Аж нет. Таблички есть, рот. Багруха, 100 багрух. Вот сейчас багруха. Ага. Еще 100 багрух. Ладно. Слава, у тебя там латные ботинки кто не забирал? Или дай пока. А что, можно на распутку? А тебе надо, нам нужны они ботиночки? РПБ? Нахуя? Пока вы не прибыли, силы... Я, конечно, понимаю, челили. Что я нихуя не хилю. Ну вы, бля, будете столько пиздеть, нахуй, я буду дамажить ДЦ. Мне похуй. Нихуя ты придумал. Смотри, ты, короче, качаешь, это, в холике качаешь хню. Это тебя в первую очередь касается, закрой рот. Только один человек в мире может закрыть мне рот. Это не человек. Это часть человека, это хуй. Закрой. Это детородный орган, если выражаться. Даже это мне рот нормально. Ого. Он настолько большой, блядь. Он будет разговаривать просто с ним нахуй во рту. Да, мне говорили, на Гошеньке. Причмокивая. Ебеть еще при этом, блядь. Ты пиздец. А кто из вас челить будет? Я сейчас пойду. Да. Я посижу в пушке, не переживайте. Не, я имею в виду Лингрен или Репичип.
Я на корабле нашем. В пушке посижу. В левой пойду. Нет, самая правая пушка занята. Заломаем. Блять. Ну, сука. Ризин, иди сюда. Лёх, ты танчишь там вообще-то. Где Призен? Призен, твоя правая пушка. Вот, это хантопская пушка. Жидкие паки берите. Что тебе? О, забыл. Жидкие паки? Да пушкарям. Осуждаю. Пушкарям они не нужны. Нужны. Зачем? Вдруг упадешь. Я не еблан, чтобы нажимать вперед кнопку, блядь. Слава, тут это Маривар, это кто? Сейчас, это смотрите, хуяк заломанность упал. Хуяк упал. Бля, вот зачем вот так вот? А так и будет. Даже спорить нехуй. Кто скинет заломанность, я дам 1000 голды. Кто дебика танчит? Гоша, я тебя сейчас скину. А мы че? Мурадина, я танчу. Мы без перепрыжки будем убивать. Сразу. Да. Лёха, Энгин, прыгай в ДДшника, пока я себе. Не-не-не, короче, типа, будем кайтить его, если чё. А Продакс, ну почиль, пожалуйста. Я тем более ранец не брал. 5, 4, 3, 2, 1. Ну там перелезть можно через бордюр. Через забор. Хопс. Вы на нашем там трэш танчить кто-нибудь будет? Мретрики танчат, блядь. Там репичип. Репи-бич. Осуждаю, блядь. Бичи-чип. Бичи-чип. Нет еще? Рано. Уже пора. Был у меня Т5 бы хотя бы два куска, там бы был бы такой танк. Ух. Во рту, если ДКБ, во рту выросли грибы. У Гоши там кое-что другое растет, не надо. Ждаю. В смысле, тебе только что это нравилось? Я быстро меняюсь, я как солнышко. Вроде светят, а вроде хуй знает. А вроде и гей. Так не зря же его зовут Гей-Оргий, блядь. Теперь нас в гильдии не один, это Георгий. Нас двое теперь. Ах, только раз. А вот, маг из ночного статика. Нас ну, ты Георгий. Ты единственный гей-лорд, нахуй, в нашем бате, блядь. Так что... Ну, это печально для тебя, Диман. Что ты... Блядь, чё ты-то ко мне прис... Ты дюришь меня, сейчас я к тебе приеду, блядь, со своей равой данжен этих мастеров, да, и покажу мастеров. Тебе настоящий, да. Не, ну если будет файт в качу в раздевалке, тогда качалки, я осталась. Блядь. В качалке, в качалке, выясни, никто же не поможет, Диман. Почему? Ну просто. Да, я думаю, да. Знаете, что заберу его себе. А чё, кстати, тут этот моб? Если делать? Костя умрет, я перекручу. Да я Костя, это как его... Ну, бдюком навел. Бичи-чи. Потом я бдилка бесконечная. Зубы дать, нет? Да пока не надо. Только в зубы можно. Тебя. О, Гоша изо рта в нос полез. Да, чё я до него доебался? Морда, извини меня. Двух сразу же.
Не делай, тогда... не делай, это ловушка. Это ловушка. Слушайте, у меня вопрос небольшой насчет ДЦ. Почему, когда я предлагал, давайте я сделаю ДЦ, меня послали нахуй, а тут выясняется, что... Почему? А почему ты мне сказал, что не надо? Смотри, Макс, у тебя просто... Я, типа, безответственный? Нет? По-моему, осколков сегодня не будет. Опа, кольцо на ролл. Сейчас тебе Апродакс рот помоет, я чувствую. Оставьте, пожалуйста, почту. Нет, мне это кольцо не надо. За 100 гп, брат, бери. Бери свое. О, можно рыбу? Спасибо, вой, какой вой? Рыбу. Блять. Я говорю, спасибо за подарок. Спасибо. Где этот крутой? Я бы там пару шмоток на распыл бы забрал. Не показал, бояшка. Мы что, в 3 танка танчить будем? Не, ты в ДД. В 4. Я вообще я чилю в танке сюда. В смысле? А я... Спасибо. Я чилить не хочу. А XFM колечко просит. Ой, блядь, заебёте, ладно. Шпекну сейчас. Дайте XFM. Че, знаете, что нету? Дайте, пожалуйста, почту. У него там 45-е с этого, блядь. Бичи, иди, говорит, на ДЦ играй, пускай бичи. А оно мне как бы не вкатит сильно, так что можешь забрать. Время оно мне. Я сиси жопу старый, нахуй, я тебе отвечаю, блядь. Я втором поставил. Где-то на кого-то другого может перевешивать. У меня. Можно будет запустить. Блядь, а сегодня что, у нас вторник, да? Что-то запустил. Сейчас 20, среда. Все, готово, я запускаю. Заебись, нахуй. Блять, Макс, если ты там станешь, как в прошлый раз, и мы за тебя вайпнемся, нахуй, ты ж понимаешь, что это будет? Мы тебя поебеем. Я понятно не советовал. Ну, я правильно понял тебя? Блин, Соломон... Ну, в плане, вот то, что я написал. Чего? Сплюшься, ты очень... Что, в теории должно быть нормально. В теории тебя сбреет, блядь. В теории. Можешь попробовать, но ты сдохнешь. Блядь, если сальбу в себе отдать под эту хуйню. Я тебя бью, куда? Первый раз, может, и повезет. Ну, попробуем. Я не услышал, там что-то человек мне говорил, а вы зафлудили его, блядь, я нихуя не услышал. Я говорю, смеешься, ты очень заразительно. Что, запускать? Смеяться. Блядь, что он заразительно. Че, вы босса будете запускать? Да. Я пробую. Готов. Да покашет. Канцелятор. Апродакс. Апродакса нет. Все, запускаю. Здесь столько стояли, полбосса бы уже убили. Воля анролом уходит. Гриша и... Знаешь, у тебя Void рекаунт херовый. Если чё, тебя Details прям пиздец. Запомни это, Слава. Details. Если кто-то помирает, там у тебя на депос, блядь, замирает у него. Ты пиздец. Вот real time пишет нормально. Когда бьют, вот он и пишет, а когда перестает бить, нет, походу. Мача, хули танк во втором пати, блядь. Я тебя заебу. Мне похуй. А почему я и 4 розовых? Мне надо, чтобы было. Гоша и 4 гея. Это помнишь картинку там? Да, на диване сидит. На диване сидит девочка. Гоша, а вокруг 4 паладина. Что-то сложного. Знаете, я на БГ такое видел. Сейчас будешь участвовать. Я не хочу. Бля, не хочу умирать. 20. Ты ж хотел, Гоша, профессиональная гей-пати, нахуй. Вот тебе, пожалуйста.
Ой-ля-ля! Забирай босса. Так я забрал уже один. По мобам. Почему Void Light передамаживает рарника? Что это за хуйня? Ты 5 мяча получается. Мне пизда. Они ослабляющие свет. Идите, пожалуйста. У меня тупо картинка встала. Хорошо, когда встала. Ну, не картинка. Посмотрим, что там ретриков будут апать. Т5? Неизвестно, в каком тире. Написали, что будут апать, а в каком тире? Я еще магов когда-нибудь Т5, 4 Т5 заработает. Ну, смотри, а ЕКФМ он уже в 2 Т5 27 дает. Ну, как и я. Ну, ты 33 даешь. Вот они вот эти чуть. Ну, там тринки и прочее. Сука, я тоже хочу Т5, бля, я тоже хочу тридцатку ебашить. Того еще ТБС-очка еще профессиональную залетаю. Реально, блядь. Хуета. Чуть-чуть не дожму. Да в пизду, блядь, ноль осколков, сука. У меня просто есть. Я, короче, отойду минут на 5, иду, да. Я погрею. Так, вот. Ты что, дурак, 22. Что ли? 15 минут играть осталось. 19. Короче, ну, на... а потом мне еще играть 30. Ни хрена себе нету, 27к, блядь. Парни, сейчас все, а стопаем же, да? На распыл. Мы не успеем сегодня больше ничего. Может быть нет, если только. Меч на распыл заберу. А чё муку можно пойти? Там второй статик ждет уже, Слава. Там а, ну, его, нахуй. Смотри. У нас 20 есть. Допускай, ну, там. Я... У него колба, во-первых, нету. И он вбился, все в хосту. Все сокет. Чё там, рарника, Вилани, как дела, нахуй? Забей, Костя. Нормально, нормально. Я проебался раза 4 нахуй с жагой ебаной. Я тебе зубы дал, кстати. Дай один. Ты один? Получается, Глеб, зря я тебе... Зря я тебе нахуй с Келя уступал, получается. Заканыч, блядь, закрой. Сейчас еще кое-какие шмотки поменяю, там еще, думаю, больше будет. Кольцо. Плащ. Плащ нужно этот. Который... Потому что я на Келе видел, я должен был передамажить Костю. Я не менял еще. Не, так я что еще? Но я проебался. Это не вопрос. Чего у тебя так мало ДПС? Все, расход? Да. Юля, там не все печально, ты он Глеба передамажил. Ой, блядь. Войда передамажила. Потому что Юля бигбой, нахуй, она ебашит. Она и меня передамажила, так что нормально.